Доброе утречко всем, друзья! Я вас приветствую на канале «Из Берлина в деревню» и поздравляю вас с Масленицей! Пусть у вас все в жизни будет солнечно, с добротой, с позитивом! Всего вам самого-самого доброго! Ну, а мы поехали в магазинчик немножко закупиться. Хлеб кончился. Хлеб кончился, самое главное. Поедем, купим булочку. Да, Миша сегодня поэтому пёк. Блинчиками меня кормил. Баловал. Ну, масленица, надо. В общем, хочется чего-нибудь испечь. А все покончалось. Всю неделю уже прошла, мы не ездили давно в магазин. Не наслаждались красотой магазинной. Больше нечем наслаждаться. Все остальное закрыто, только продовольствие. А у нас, смотрите-ка, верба как распустилась. Ой, красота! Вот вроде такая холодина на улице. Прям вот не знаю. Ты сегодня не смотрел, сколько градусов? По-моему, я смотрю. Сколько? 7. Ну вот. Вот 7 градусов, а такое ощущение, как будто у нас прям вот холод ледяной. Ну правда. Вообще прямо такой ветер какой-то холодный. Северный что ли какой-то. Да сильный прям такой. А деревья распускаются. Я ничего не понимаю. Как так? И цветочки цветут, и деревья распускаются. Вот прям при такой прохладной погодке. Все-таки весна берет свое. А дома у нас сейчас коптится колбаска. Ой, такие красивые, вкусные висят. Ой, прям. Не знаю. Покажем, поди. Нет, не покажем, сами съедим. Покажем, конечно, покажем. Ой, такие прямо рулетики красивенькие висят. Аппетитные такие. Коралечки. Коралечки, да. Наделали. Мы понемножку уже делаем. Ну, сделаем там один шприц. Бывает, что и не полный шприц. А еще и сынульку угощаем. Сами едим, поэтому она быстренько кончается. А то вы думаете, наверное, что мы без конца только колбасой одной питаемся и делаем, и делаем, и делаем, и делаем. Нет, мы делаем понемножечку. Сделали там 4-5 коралечек или колбасочек там маленьких по 300 грамм. Угостили сынульку, половину отдали, половину себе взяли. Вот, получается, поэтому почаще мы и делаем. Такие возьмем, украшать. Красиво же. Как думаешь? А что не здесь, да? 44 цента. Надо достать мне бумагу. Что еще мы не сделаем? Опять что-нибудь забудем. Миша, перчик точно надо? Есть у нас перец или нет? Дома нет. Ну вот, хватит нам 4? Нет, конечно. Еще взять? А какой взять? Желтый взять или оранжевый? Средний. Бери красный. Красный? Ой, он такой крупный, просто вообще. Ты оранжевый взяла, возьми прекрасный. Давай желтый лучше. Дольш ламп. Это самый дешевый. Для готовки пойду, да? Ну, если там делать хреновину какую-нибудь. Ну, я про это и говорю.
я думаю, хватит. Хватит. Наши любимые ириши. Это только ирландские, надо брать такой больше. А они-то нету. Не, они надо, только ирландские. Ничего больше нет. Они-то. И вот это. Мне это не нравится. И все. Смотри, какая веганская колбаска. Ну и стоит оно все по-вегански. Ну да. Тофу. И все прочее. Отличные пепперони. Как раз именно для пиццы будет вообще супер. И главное, что они здесь шарф. Так, а вот это... А это пикантные. Вот эти вот будут лучше. Они такие остренькие будут. Еще будем брать. Нифига, смотри, какой будет списочек. Всего лишь. Откуда все взялось? Ну, господи, до апреля теперь. Ну вот это подписчик нас баламутит. Будем теперь солить и так пить. Что там еще есть? В списке стоим. Все. Но я хочу зайти краску посмотреть. Магазина. Всегда мы обрабатываем руки. Святое дело. Прежде чем снять маску. Поэтому приходим, пока обработаем. Пока. И по нескольку раз. Ну, пока все. Слушай, а знаешь это... что? А ведь и мы и раньше руки мыли, да, это вирус. Потом, пока уже только маску снимешь, уже все. Ой. Ушки отваливаются. Ну вот от этой маски, конечно, тоже они это. Они не это. Они сложно, короче, в ней. А я еще забежала, эти там маски поснимала. Совершенно неудобные, неудобные. Неудобные. Дышать нечем. А сам-то в синий хоть ходишь. Хотя я она у тебя в этой тоже вообще толстая. Не могу ходить. Это синий уже никуда еще не шло. С ума сойти. Сегодня пооткрывали все магазины. И обувной открыт, и тут открыто. О, такие кроссовки классные. Ну вот. Ну а теперь салфетку обеззараживающую дай мне. Господи. Я же должен тоже камеру обеззаразить. Где она только не была сегодня. И в чем. Так. Ну, теперь уже на 299 все будет обработано. А это не важно. Береженого Бог бережет. А потом. Хуже не будет. А пока мы были в магазине 2 часа, у нас тут уже опять пошел дождик. О, цены на бензин Ойра 42. Вчера был Ойра 47. Цветочки начинают цвести. Нарциссы уже хорошо набрали цвет. Пролески цветут. Так что весна, ура! Красота! Сегодня я опять... подкупила кое-что к пасочке, купила себе зайца такого красивого. В общем, люблю я все это украшение, это все яйцами все поукрасить. И яйца купила в цветы вставлять тоже эти на палочках. Ну, в общем, понемножечку. Не знаю, что-то я в последние годы не покупаю краску для яиц. Что-то вот не хочется мне красить и все. Не знаю, мне кажется, там всякая химия, всякая дрянь. А так вот, эти, знаете, такие, которые вот в горячую воду одеваешь на яйцо такую раскраску, в горячую воду опускаешь и все, и готово. Вот, наверное, опять вот такие вот возьму, сделаю. Будет красиво, нарядно. И химия применяться не будет. Ну, посмотрим, в общем. А что, Пасха уже скоро. Как раз перед моим днем рождения. Ой, а у меня у сестры день рождения 4 апреля.
А у меня 5-го. И вот Пасха будет как раз на ее день рождения. Ой, супер, точно. Вот получается, мы купили Швайнебаух. Не знаю, как это по-русски назвать. Фузанина или что это? В общем, она у нас получается 4 евро килограмм, да? 9,4, 360. 360 рублей килограмм. Интересно, а какая у вас цена? Скажите нам. Ну, просто так, для информации. Ну, у нас это, я не скажу, что это слишком дешевая или слишком дорогая. Это средняя цена, нормальная цена. А как это стоит у вас? Поделитесь информацией. Лошадки пасутся, смотрите. Погода хорошая. Вышли, гуляют, травку щиплют. Ну вот, мы уже подъезжаем к дому, и сейчас начнется самое неприятное. Я очень не люблю всю эту распаковку. Опять пока принесешь домой, пока все это разложишь. Вот это вот я очень не люблю. Покупать, да, а раскладывать? Ужас какой-то, как начнешь это все раскладывать, рассовывать все. Thank you.